Добро пожаловать на канал Harder That Info. Это телефон Xiaomi Black Shark 2. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить раздачу Wi-Fi. Итак, для начала вам нужно открыть меню приложений, затем открыть приложение настройки. После чего нужно нажать на сеть и интернет, это самый первый пункт, если что. И здесь вы увидите точку доступа и модем. После чего выбираете точку доступа Wi-Fi, настраиваете ее так, как считаете нужным, вот название вашей сети Wi-Fi, защита либо с паролем, это VPN2PSK, либо же без пароля. И также пароль создаете свой, главное, чтобы было 8 символов, каких это уже все зависит от вашей фантазии, хоть 8 нулей, хоть свой какой-то шифр специальный, делать там, ставите, что хотите. И нажимаете включить точку доступа, чтобы Wi-Fi, собственно, начать раздавать. В последующие разы для того, чтобы включить Wi-Fi именно с такими конфигурациями, которые вы только что установили, просто спускаете вот таким вот образом шторку, и здесь вот будет уже новая кнопка «Точка доступа», которой ранее не было. И вот таким вот прекрасным образом она только что у нас появилась. Нажимаете на нее, чтобы ее включить, и нажимаете, чтобы выключить. Все элементарно и просто. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!